Учетом конфискации. Комната ожидания, второй этаж. Причина конфискации. В обозначенном месте был обнаружен подозрительный мужчина. После обращения офицера попытался прикинуться растерянным, но был задержан. При нем была найдена записка. Так, первый сейф у нас в комнате ожидания. Комбинация следующая. 6 раз влево. 2 до 2 вправо. И до 11 влево. Что у нас тут? Дульный тормоз для Матильды. Тут мы получили комбинацию к сейфу. Мы находимся в оружейной, в офис Старс. Девять влево, до 15 вправо и до 7 влево. У нас здесь сумка. Квитанция доставки. Огнестойкий сейф 1 штука. Комбинация записана мелом на боковой стенке. Не забудьте стереть надпись. В бассейне есть сейф. Рядом с чуваком. Печальным. Son of a bitch. До 2 влево, до 12 вправо и до 8 влево. Мы получаем приклад для дробовика. Мы находимся в душевой. Здесь есть шкафчик. Вход от шкафчика. Си. Эй. И. То есть кап. Переносной сейф. Инструкция к переносному сейфу. Нажмите кнопку, чтобы включить соответствующую лампочку. Чтобы открыть сейф, включите их все. Кнопки нужно нажимать в определенном порядке. Нажав неправильную кнопку, вы выключите все лампочки. Вот придется начинать сначала. Попробуем, что ли? Так, поехали. Так. А, где там музыка? Чё вскочили-то? Чё началось-то? Нормально ж всё было.
давайте, заходите. Ну чё? What the? Так, с этими закончили. Пленка. Шкафчик на третьем этаже. ДЦМ. Когда мы поднимаемся на третий этаж, тут стоит еще один ящик. Вот от него D и M. Where'd she go? Так. S Z F.